Глава 10. Кесарий был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога, со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: «Корнилий». Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом». И так пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина, из находившихся при нем, и рассказав им все, послал их в Иопию. На другой день, когда они шли, приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома молиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, ему пришел в исступление. И видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, присмыкающиеся и птицы небесные. И был глас к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был глаз к нему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было 3, и сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот и, крикнув, спросили: «Здесь ли Симон, называемый Петром?» Между тем, как Петр размышлял о видении, дух сказал ему: «Вот 3 человека ищут тебя. Встань и сойди, и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». Петр, сойдя к людям, присланным к нему, Корнилия, сказал: «Я тот, которого вы ищете. За каким делом пришли вы?» Они же сказали: «Корнилий сотник, муж добродетельный, боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих». Тогда Петр, пригласив их, угостил, а на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев иопийских пошли с ним. В следующий день пришли они в Кесарию, Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Петр же поднял его, говоря: «Встань, я тоже человек». И, беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся. И сказал им: «Вы знаете, что идея избранена, возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно, и так спрашиваю, для какого дела вы призвали меня?» Корнилий сказал: «4 дня я постился до теперешнего часа и в 9 часу молился в своем доме. И вот стал передо мной муж в светлой одежде и говорит: Корнилий, услышал он твоя молитва, и милостыни твои воспомянулись перед Богом. И так пошли в Иопию, призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе. Тотчас послал я к тебе, ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим перед Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Все есть Господь всех. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения, проповедованного Иоанном. Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И мы свидетели всего, что сделан он в стране иудейской в Иерусалиме, и что, наконец, его убили, повесив на древе».
Всего Бог воскресил в третий день и дал ему являться не всему народу, но свидетелям, пред избранным от Бога нам, которые с ним ели и пили по воскресении его из мертвых. И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, чтобы он, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедших с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, какими получили Святого Духа?» И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них несколько дней.